Сейчас полным ходом идет монтаж секции пешеходного моста через реку Павловку. Горожане этот объект ждали уже очень давно, ведь пешеходам, чтобы попасть в расположенный на Московском шоссе торговые центры, приходилось перебегать проезжую часть, что весьма небезопасно. Необходимость строительства моста через Павловку рассматривалась властями неоднократно. Проект обсуждался и дорабатывался. Но в целом, как и обещали городские власти, в 2014 году работы по строительству пешеходного моста начались. За счет средств городского бюджета уже установлено основание моста, а основная конструкция должна быть смонтирована за счет инвестора. Сегодня будет установлена половина конструкции. Завтра подрядчики обещают мост, уже основную конструкцию. Собрать вот именно основная конструкция моста будет собрана завтра. Будут в дальнейшем продолжены работы по сбору уже и пешеходных ограждений, и самого настила. И эти работы планируется провести где-то до 20-х, там, в 20-х числах закончить полностью монтаж моста.